Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я сниму вторую часть для вас с Дашей Животной, как вам первая часть очень понравилась. Так, мы закончили на третьей серии. Давайте мы тоже сегодня три серии посмотрим. А нет, пять давайте серии посмотрим. Да хрен его знает, как пойдет, так пойдет. Что, давайте посмотрим. Ого. Тесла Кибертрак. Дай порулить. Новую тачку разбил. Привет, я Даша. А это животное. Вы слышали? Это же наш старый друг Тарантас. Давайте подойдем, поздороваемся. Здорово. Давно не виделись. Покатаю бесплатно. Я Тарантаса знаю давно, так что никакая это не ловушка. Иди, садись. Машину разбил, теперь только на поезде будем кататься. Давай, Тарантас, стартуем. Понятно. Что это кетчуп? Это кетчуп. Ютуб, это кетчуп. Музон классный. Чтобы понимали, так же танцую, как Маша и животное. Тарантас, потише, мы никуда не торопимся. Ой, ты сейчас макаку угробишь. Тарантасу, то ему ему насрать уже. Ну, а хочет жрать. Животное, ты только держись. Куда он везет? А, ладно, уже везет. Ох, ни хрена себе. Похоже, нам с***ец. Тарантас опять забыл таблетки принять. График на все выучил. Да, на все. А, подписчики, напишите в комментариях, как сделать вот такое разрешение, пожалуйста. Может, в рюкзаке есть что-нибудь, что поможет нам? Напишите свой дискорд. Мы созвонимся, и вы попали скажете, в сложную как ситуацию. Взять, как думаете, что им поможет? Вот. Эх, Даша, земля тебе пухом. Вы что, прикалываетесь? Это что за фигня? О, они в аду. И что это за место? А это вы узнаете в следующей серии. Вот. Что-то нашли уже. Привет, я Даша, а это животное, и мы в аду. Как видите, за месяц мы тут немного обжились. И я вам скажу, здесь не так уж и плохо. Здесь горячие ванны. Бесплатный массаж. Кстати, очень расслабляет. И всякие вкусные деликатесы. Единственное, крики ночью мешают спать. И чуть не забыла. Мы нашли эту штуку. Здесь даже инструкция есть. Тут написано, нужно собрать 5 камней, чтобы активировать портал. И, похоже, это единственный вариант, как выбраться отсюда. Ну что, давайте отправимся на поиски этих камней. Let's go! Let's go! Надеюсь, авторских прав не будет, а то я не знаю. Здесь не будет. Ну, что, снял? А нет. Ого. Смотри, животное, это то, что нам нужно. Давай, иди. Да не бойся. Если достанешь камень, я тебе дам шоколадку. У меня как раз в рюкзаке одна завалялась. Держи баланс. Я баланса вселенной. А если не получится, то придется новую мартышку искать. Держись.
Кряка, давай! Давай! Давай, молодец! Побежал! Опа-на, молодец! Молодец! Это как-то даже легко было? Ой-ой-ой, что это такое? Ох, ёпта мать! Охренеть! Даже не целится, смотрите. Это Дэнси, ты идешь. Может, в рюкзаке есть что-нибудь, что поможет нам? Даша и животное попали в сложную ситуацию. Да как думаете, что им поможет? Перец. Мука. Смог? Фу, вроде пронесло. Ай. Первый камень став. Поздравляю! Мы на один шаг ближе, чтобы выбраться из ада. У нас была сегодня интересная прогулка. Напишите в комментариях, что понравилось вам больше всего. Ладно, подписчики, простите, но надо этим видео закончить, потому что мне надо идти. Заскамил. Заскамил мамонта, ё-моё. Сейчас плесну. Попробуем его забрать. А это животное. Мы нашли еще один камень. Давайте попробуем его забрать. Какого черта вам нужно? Извините, дайте, пожалуйста, этот камень. Он нам очень нужен. А если не отдаст, то макака его быстро на щепки порвет. Хорошо, только дайте что-нибудь ценное взамен. Что-нибудь ценное? О, я придумала! Да не волнуйся ты так. Вот, даже лучше стало. Ты думаешь, облезлого хвоста хватит? Ну ладно. Чего вы смотрите так? А я думала, ты знаешь. Этого достаточно. Держи. Я думала, ты знаешь. Да не переживай. Ночью, когда он будет спать, заберем парик и хвост. Животное, ты слышал? Похоже, жулик где-то рядом. Жулик! Этот противный лис пытается украсть камень. Если вы его увидите, то кричите «Жулик!». Жулик! Вы видите лиса? Где он? Нам нужна ваша помощь. Скажите «Жулик, не воруй!». О нет, жулик забрал камень. Это все из-за тебя. Ну что, было так сложно сказать «жулик, не воруй»? Ладно, повезет в следующий раз. У нас была сегодня интересная прогулка. Надо напишите в комментариях, что... Подписчики, я думаю, что надо закончить под этим видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А всем пока-пока!